Страна, в которой жить нельзя, и в которой все же живут. И у каждого пересекающего эту огромную, бесплодную пустыню боли есть своя отдельная тропа, по которой он бредет в одиночестве. Вот если бы люди, исследователи драконовой страны, оглянулись бы вокруг, то они увидели бы других исследователей. Однако в стране этой, в стране невыносимой боли, каждый настолько поглощен, настолько ослеплен и оглушен своим собственным маршрутом, что он не ищет никого и не видит других, ползущих вместе с ним. Всем вверх, всем в гору, по крутому склону. Путь ведет тебя на вершину. Я не пойду. Я не хочу туда, где больше нет выбора. Остановлюсь у подножия и откажусь идти дальше. Я как-то читала об одной старой стремовке, которая, поняв, что подходит конец, попросила вынести ее из родного иглу и положить на кусок льда, что откололся от основной льдины, но так, чтобы она могла умирать в одиночестве, вдали от всех. Бери это, иначе я тебя сыграю. Ну, если ты не будешь есть, я тоже не буду. Каникулы. Извини меня, я не могу. Что? Играть в карты. Я виновата, прости меня. Я не могу, не могу! Мне кажется, ты хочешь, чтобы я ушел. Куда ты пойдешь? Могу в свою комнату пойти. Ты же говоришь, что там нет ни кондиционера, ни вентилятора. Что она такая маленькая, что ты задыхаешься в ней? Телевизор там есть, в вестибюле гостиницы. Ты же говорил мне, что не переносишь этого вестибюля, а? Что он заполнен умирающими старухами, собирающимися вокруг телевизора. Как будто он дает крови кислорода этот вестибюль. Посмотри на себя. Ты весь переполнен этой атмосферой. Она в твоих глазах, в твоей манере разговаривать, в твоем голосе. Когда ты стучишься, я открываю дверь, у тебя такой больной, испуганный вид, будто ты думаешь, что я захлопну эту дверь у тебя перед носом. Бедный мой дорогой человечек, да у меня больше не хватает сил вытаскивать тебя из твоей парализующей депрессии. Да перестань же походить на пожилого заблудившегося мальчика. Мне так трудно говорить из-за этого с тобой честно. Каждый вечер ты приходишь сюда с напуганным, виноватым видом. И каждый вечер я говорю тебе, а это ты, и ты мне отвечаешь, да, это я. Боже мой! Неужели мы не можем как-то иначе здороваться? Ну, насколько было бы лучше, если бы ты просто вошел, сел есть, занялся бы картами или включил телевизор? Нет, не получается. Мы должны повторять свой ритуал. А это ты, и да, это я. И больше нечего говорить.
заставляешь произносить эти длиннющие монологи, а сам выдаешь междометия вроде хмы или мхы. Я 100 раз говорю тебе одни и те же вещи, я уже стыжусь повторений, но мне приходится их повторять, потому что иначе мы будем сидеть в дилетанте по молчании! Да, в дилетанте по Никогда не было легко. Давай. Нет. Сколько я себя помню, мне всегда было трудно. Давай. То есть вложить в речь то, что я думаю и чувствую. Что? Даже в глаза другому посмотреть? Да, и в глаза другому посмотреть. Ты всегда немного в сторону смотришь с виноватым видом. Чего ты чувствуешь себя виноват? Я... На самом деле, не знаю. Бери. Карандаш. Лист бумаги. Это сука. Первое, что придет тебе в голову. Не думай. Я люблю тебя, и я боюсь. Чего ты боишься? Быстро пиши. Перемен. Ты боишься перемен в себе, во мне или во внешних обстоятельствах. Думай. Всего во всем. Я это знала о тебе с самого начала. А теперь я буду писать. Моя очередь. Я буду писать то, что мне придет в голову. Читать вслух. Если бы не было того, что называется временем,
все могло бы быть без изменений, но, к сожалению, время существует с нами, и большой метлой сметает нас пути, взираем мы на него или нет. Ну, почему ты молчишь? И почему ты ничего не говоришь? Я люблю тебя, и я боюсь. Ну ты же с этого и начал. Но я то, о чем я думаю! Обратного пути нет, поверь мне. Плачешь. Поверни голову. Поверни голову. Уходи. Кстати, ты поел сегодня на кухне? Нет. Ну тогда остановись на обратном пути в свою мертвецкую, в кафе, купи себе сэндвич или еще что-нибудь. Неплохо для разнообразия. Я знаю, что некоторые боятся перемены, цепляются за рутину. Ну, наверное, они ищут в этом какую-то защиту. Однако запомни, что повторение не обеспечивает безопасности. Оно лишь дает ощущение защиты. Не доверяй этому. Можно каждый день ходить по одной и той же улице и чувствовать себя надежно. А в один прекрасный день улица провалится у тебя под ногами и небо почернеет. Нам нужно попытаться не думать об этом. Потому что это не помогает. Ведь лучше чувствуешь себя под защитой, даже если этому чувству нельзя доверять. Принеси мне, пожалуйста, стакан воды и капли. Я не могу представить, что завтра будет. Эти... Быстрее. Накапай прямо в стакан? Да. Еще, пожалуйста. На бутылочке написано не более 7 капель. Мне сегодня больше понадобится. Ты уверена? Да. Прости меня, пожалуйста. Иди сюда.
знаешь, мне похоже, ты сегодня не совсем. Не совсем что? Ну, то есть не вполне. Что не вполне? Ну, не вполне. Не вполне что? Не вполне! Да я знаю. Знаю, что я сегодня не вполне. Я хочу тебе одну историю рассказать, хорошо? Об одном маленьком человечке. Человечек. Пришел к дому смерти. И швейцар в ливрее спрашивает его, по какому вопросу?